Здравствуйте, дорогие друзья! Дети, рожденные 9, 18 и 27 числа любого месяца, имеют число дня рождения 9. В ведической нумерологии число дня рождения называют также числом души. Все мы иногда делаем ошибки. А вот в воспитании наших детей их лучше избегать. И в этом нам поможет нумерология. Если вы будете смотреть видео до конца, то узнаете, как избежать ошибок и воспитать счастливым ребенка с числом души 9, используя потенциал его карты рождения. Друзья, подписываясь на мой канал, сразу же нажимайте на колокольчик. Благодарю каждого из вас за то, что вы смотрите мои видео до конца и делитесь с другими. Самое интересное вас ждет впереди. Ребенок с числом души 9 с самого раннего возраста живет в особом, нереальном мире грез, видимым только ему. Его наполняют мечты, фантастические картины и видения, как воспоминания о прошлой жизни и в гораздо большем объеме, чем он способен осмыслить. Чтобы осознать свою принадлежность к этому миру, ему необходима атмосфера нежности, покоя, гармонии и уравновешенности. Этот ребенок иногда непоследовательный и даже противоречивый. В одних ситуациях он щедрый и добрый к окружающим, а в других холодный и эгоистичный. Ему, как правило, необходимо несколько лет, чтобы понять и принять свой невероятно духовный потенциал и приспособиться к реальности. Особенно это проявляется у детей, рожденных 9.02, 18.02 и 27.02, а также 9.11, 18.11 и 27.11, так как на них оказывает сильное влияние число 11. Рекомендую вам узнать более подробную информацию о влиянии числа 11 на судьбу этих детей из моего видео «Нумерология по дате рождения. Магия числа 11», ссылка на которое есть в конечных заставках и в описании вот под этим видео. Эти дети пришли в этот мир для выполнения особой миссии, и не все из них осознают и принимают это в положительном русле. Многие из них могут очень долго приспосабливаться к реальному миру. Мой опыт консультирования показывает, что эти дети часто живут в своих страхах, сновидениях и отказываются принимать действительность. Это видно из их рисунков. Когда родители осознают эти проблемы своего ребенка, они смогут его поддержать и научить использовать потенциал числа 11. Ребенок с числом дня рождения 9 рожден, чтобы блистать на сцене, путешествовать по миру и знакомиться с разными людьми. Он имеет широкий кругозор и не любит, чтобы его ограничивали. Поэтому не имеет смысла настаивать против его воли на постоянном занятии одним видом деятельности. Чередование различных занятий с определением приоритета – вполне разумная тактика в отношении этого ребенка. В будущем она себя оправдает, и вам понравится, и вашему ребенку это понравится. Обращаю ваше внимание на то, что информацию о детях с числами души от 1 до 8 можно узнать из видео, которое находится в плейлисте «Число души». Ссылка на плейлист есть в конечных заставках и под этим видео. Я рекомендую вам посмотреть и деток с другими числами души. Ребенок с числом души 9 обладает хорошими способностями как к науке, так и к искусству. Таким образом, для своей успешной реализации он может выбирать из многих направлений. Главное, чтобы эти направления были. Родители будут вынуждены отодвинуть на задний план свою работу, свои увлечения, пытаясь помочь этому ребенку с выбором. Часто к этому процессу будут подключаться и другие члены семьи. Хочу отметить, что цифра 9 является как бы зеркалом. Вы спросите, почему? Ведь каждая цифра, которую мы прибавляем к 9, снова превращается в себя. Например, 6 плюс 9 – 15, 1 плюс 5 – это 6. Этот факт способствует тому, что ребенок с числом души 9
способен тронуть чувства почти каждого человека. Вот почему он такой артистичный. Для многих из вас будет интересно узнать, что в карте рождения многих из этих детей есть числа кармического долга. Например, у детей, рожденных 9, 18, 27 апреля, мая и июля. Существует 4 числа кармического долга, которые можно определить по дате рождения ребенка. И чем раньше родители будут знать о влиянии этих чисел на жизнь своего ребенка, тем лучше. Может так оказаться, что вы сможете нейтрализовать разрушающее воздействие этих чисел или наоборот, воспользоваться их положительными аспектами. Информацию о влиянии чисел кармического долга на жизнь ребенка можно узнать из моего видео «Карма в дате рождения», ссылка на которое находится в конечных заставках и в описании к этому видео. Ребенок с числом дня рождения 9 часто бывает разочарован, так как его идеализированное представление об окружающих редко соответствует действительности, и это его, конечно же, ранит. Ему легче увидеть в человеке что-нибудь хорошее, если это в принципе возможно. Когда друг или важный для него человек не проявляет доброты или обижает другого человека, то иллюзии ребенка рушатся. Не следует его загонять в строгие рамки правил, ограничений и требований. Если вы будете разговаривать с ним грубо, он воспримет это всерьез и станет на защиту тех, кто был также обижен. Поскольку ребенок склонен к унынию и хандре, следует помогать ему пережить это время, используя наиболее приемлемые для него способы отвлечения. Ему иногда будет трудно справиться с собой. Внимание! У всех детей, рожденных после 2000 года, в любом случае есть как минимум одна двойка. А у детей, рожденных в 2020 году, и после 2020 года есть как минимум две двойки к дате рождения. Судьба и характер этих детей очень сильно зависят от количества двоек в их карте рождения. Информацию о влиянии числа 2 на судьбу детей можно узнать из моего видео «Число 2 в карте, число 2 в дате рождения, карта рождения», ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Чем внимательнее вы будете смотреть видео «Число 2 в дате рождения», тем больше вы узнаете не только о вашем ребенке, но и о себе, и о своих близких, и о других интересующих вас людях. Ребенок с числом дня рождения 9 обладает замечательным чувством юмора и страстью к необычному. Будьте готовы получить заряд положительных эмоций, когда он станет пародировать окружающих. Помните, что он хорошо способен воспроизводить эмоции других людей. Поверьте, это будут незабываемые впечатления, которые доставят вам огромное удовольствие. Для этого ребенка очень важны взаимоотношения с отцом. Девочки с числом дня рождения 9 часто выбирают отца своим кумиром, если, конечно, он этого достоин. А вот мальчики стремятся превзойти отца, особенно если они растут без достаточного внимания с его стороны. Этот ребенок появляется в семье, чтобы принести с собой мир и благополучие. Помните об этом и гордитесь этим. Родители должны знать, что на ребенка, кроме числа дня рождения, сильное влияние оказывает также его число жизненного пути. Информацию о числе жизненного пути ребенка можно узнать из видео, которое находится в плейлисте «Число жизненного пути». Ссылка на плейлист сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Когда вы посмотрите видео с числом жизненного пути вашего ребенка, то получите ответы на многие интересующие вас вопросы. Друзья, подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите мои новые видео и прямые эфиры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Ваша оценка для меня очень важна. Учитесь жить в гармонии с вашей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!